Говорят, что портрет – самый сложный жанр в изобразительном искусстве, ведь художник должен обнаружить главные акценты личности, подчеркнуть характерные признаки, эмоциональность человека и раскрыть его душевный нрав. Автор выставки «Лица в толпе» Даниил Толстиков никогда не думал, что рисование может увлечь его. Однако простой поход в книжный магазин однажды изменил жизнь юноши. С друзьями я поехал в книжный магазин, подруге надо было купить подарок. И там была интересная книга, не помню автора, и там рассказывалось, как правильно рисовать, и вот шаги. И я купил себе ее, и как-то начал вот читать ее, увлекаться, и вот 6 лет уже рисую портреты. Мне кажется, что портреты — это вот что-то живое, и если их правильно нарисовать, то они хорошо дополняют комнату, на них интересно смотреть. Ну вот, я люблю портреты. Всего на выставке представлены 46 работ. Образы девушек выполнены в акварели и карандаше. Все они разные, но в каждой есть то, что однажды вдохновило художника. Добиться сходства – наиболее сложная задача при создании портретов, рассказал Даниил. Ведь женские образы – это особый пласт творчества. Если рисовать глаза, то их можно легко проверить, положить портрет подальше от себя и ходить вокруг него. Если глаза смотрят на тебя, то значит правильно нарисовано. Моя самая любимая работа называется «Фатима». Очень нравится эта работа, она акварельная и получилась очень такая жизненная, сложная. Показывает сложную жизненную ситуацию у девушки. И вообще я люблю актрису Энн Хэтэуэй, это ее прототип. И у меня есть несколько работ с ней, и я считаю, что вот она как бы муза. Она красивая, и мне вот нравятся именно портреты с ней. Есть еще несколько портретов, которые мне нравятся. Это Эль Фаннинг и Дакота Фаннинг, сестры. Мне нравится внешность Эль Фаннинг, и они очень получаются красивые, необычные портреты. Из знакомых, да, есть на выставке представлены 2 портрета настоящих вот людей, которые меня окружают. Моя подруга Марина и учительница, и тоже, можно сказать, друг, называется картина Екатерина. Она учитель географии, тоже нравится вот портрет сам, как получился. Продлится выставка «Лица в толпе» начинающего художника Даниила Толстикова в Варшанском музее деревянной скульптуры резчика Семена Шаврова до конца мая. Галина Башкова, Николай Бегунков, телекомпания «Скиф».